Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня у нас мой вариант чизкейка. Обычно, конечно, берут Филадельфия. А я решила взять маскарпоне. Все, что я нашла в холодильнике. Форму я смазала маслом. И вот так пергамент выложила. Дальше. У меня 100 грамм печенья. Что мы с вами делали? Колечки с орехами. Я их измельчила. Немножко добавила совсем масла. И утрамбуем форму. Я не люблю, когда сильно много вот этой песочной крошки. У нас чизкейк небольшой. Без муки. Все, выкладываем. Это в холодильник. Теперь приготовим основную массу. Я просто залезла в холодильник, у меня оказалось пол баночки маскарпоне. Как все рождаются мои рецепты? Что есть у меня в холодильнике? Можно взять наш любимый творожный сыр из кефира. Где сейчас нахожусь, кефир дороже, чем маскарпоне. Поэтому я пока не делаю мой любимый сыр. Но мы обязательно вернемся и будем готовить из нашего кефира замечательный сыр. Сливки. Я решила не добавлять муку, чтобы получился совсем нежный и вкусный. Так, все, сливки. Все это мы... Я ничего не взбиваю. Так, и сахарная пудра. Я добавляю грамм 30. Я не хочу сладкий. Любите послаще, добавьте 50, 100 грамм пудры, если хотите, очень сладкие. Всю эту массу просто перемешиваем венчиком. По одному добавляем яйца. Все ингредиенты комнатной температуры. Пока я размешиваю, у вас есть время подписаться на мой канал. Я ничего не взбиваю, а просто перемешиваю венчиком. Берем из холодильника нашу форму. Духовка у нас уже греется где-то 150-160 градусов. Вот какая красивая масса у нас получилась. Посмотрите. Очень нежная. Смотрите, какая красивая. Вот такая красота у нас получилась. Мы перелили нашу массу в форму. И ставим в духовку. 150-160 градусов. Минут 40. Все, давайте я поставлю. Духовка уже нагрета. Вот я приготовила вчера. Повторюсь, духовка 150-160 градусов, минут 40. Потом выключаю духовку, держу еще минут 20 в выключенной духовке. Достаю, полностью охлаждаю и ставлю на ночь в холодильник. Посмотрите, я сегодня не утерпела. Я хотела кусочек снять, пробу. Сняла больше половины. Посмотрите, какая это красота. Не забывайте подписываться на мой канал. Смотрите, как это нежно. Без сливочного масла верхний слой. Без муки. Очень вкусно. Я вас жду на моем канале. Подробный рецепт и технология под видео. Всем пока и до новых встреч!